Экхарт Толле. Настоящий момент. Напоминание. Ваша духовность определяется не тем, во что вы верите, а тем, в каком состоянии сознания вы находитесь. Вы никогда так не близки к своей сущности, так не близки к самому себе, как когда вы пребываете в тишине. Единственное реальное в вашем путешествии – это шаг, который вы делаете в данный момент. Вот и все, что на самом деле есть. Сохранение присутствия в повседневной жизни поможет глубоко укорениться в себе. В противном случае ум, обладающий невероятной инерцией, утащит вас за собой, подобно бурной реке. Мы должны знать одну вещь. Жизнь дает нам именно тот опыт, который наиболее полезен для эволюционного развития нашего сознания. Почему это то, что нам нужно? Потому что мы переживаем это в настоящий момент. Взаимоотношения не могут развиваться в отсутствии внутреннего пространства, возникающего в тишине. Медитируйте вместе или молча проводите время на природе. Чувствуйте себя комфортно в молчании, когда вместе идете на прогулку или сидите в машине или дома. Тишину не надо создавать. Она не может быть создана. Будьте восприимчивы к тишине, которая уже здесь, но обычно заслоняется ментальным шумом. Подлинное слушание – еще один способ внести тишину во взаимоотношения. Когда вы на самом деле слушаете другого, возникает пространство тишины, и оно становится основой взаимоотношений. Когда у вас порядок внутри, снаружи тоже все встает на свои места. Как только вы обнимаете настоящий момент, несчастье и борьба растворяются. Жизнь начинает течь радостно и легко. Когда вы действуете, осознавая момент настоящего, что бы вы ни делали, будет наполнено качеством, заботой и любовью. Даже самые незначительные действия. Бывает так, что любое действие лучше, чем бездействие, особенно если вы надолго застряли в несчастье. Если действие окажется ошибочным, по крайней мере, оно вас научит чему-нибудь. И тем самым оно перестанет быть ошибкой. Если вы останетесь, где застряли, вы не научитесь ничему. Чем больше у вас общего прошлого с кем-либо в ваших взаимоотношениях, тем более присутствующими вам следует быть. Иначе вы будете вынуждены проживать свое прошлое снова и снова. Радость приходит не из того, что вы делаете,
она перетекает в то, что вы делаете, и далее в мир из глубины вас. Когда центральной точкой вашей жизни является настоящее, а не прошлое и не будущее, способность радоваться тому, что вы делаете, и через это качество вашей жизни неизмеримо возрастает. Осознавайте свое дыхание. Заметьте, как это уводит внимание от думания и создает мир на душе. Во взаимоотношениях, особенно если вы собираетесь пожениться, будьте как можно свободнее от навязчивого мышления. Другими словами, чем больше пространства во взаимоотношениях, внутреннего пространства, тем больше любви, потому что любовь рождается во внутреннем пространстве. Приятие неприемлемого – великий источник благодати в этом мире. Кажется, что ситуация создает страдания, но в конечном это не так. Ваше сопротивление. Направляйте полное внимание на то, как проявляет себя настоящий момент. Когда вы присутствуете, когда ваше внимание целиком сейчас, вы можете чувствовать бытие, но его нельзя до конца понять умом. Жизнь каждого человека, каждой формы жизни – это целый мир, это уникальный способ, которым универсум познает сам себя. Духовные искатели ищут самоосознание и просветление в будущем. Быть искателем означает, что вы нуждаетесь в будущем. Если вы верите в это станет верным для вас. Вам потребуется еще время, чтобы осознать, что не нужно времени, чтобы быть тем, кто вы есть. Когда вы распознали никогда не смолкающий голос в голове, претендующий на то, что это вы и есть, вы пробудились от своей бессознательной идентификации с потоком мыслей. Заметив голос, вы понимаете, что вы не этот голос, не мыслитель. Вы тот, кто знает о нем. Мышление – всего лишь небольшой аспект сознания. Мысль не может существовать без сознания, но сознание не нуждается в мысли. Когда мы пойманы непрерывным потоком навязчивого мышления, универсум для нас – распадается на части, и мы теряем чувство внутренней взаимосвязанности всего, что существует. Вы – небо. То, что случается – облака, которые приходят и уходят. Жизнь дает вам тот опыт,
который наиболее полезен для эволюции вашего сознания. Почему это тот опыт, который вам нужен? Потому что вы испытываете его в настоящий момент. Признание того хорошего, что уже есть в вашей жизни, основа всякого изобилия. Радость бытия – это радость быть сознанием. Все вы знаете одно очень глубокое высказывание. Чему вы сопротивляетесь, то сохраняется. Я уверен, многие из вас обнаружили это в своей жизни. Когда вы отпускаете сопротивление, неожиданно вы отпускаете привязанность к чему-либо. Чтобы быть счастливым, мне нужно, чтобы это произошло. Мне не нужно то, что есть. Я хочу другое. Быть в согласии с тем, что есть, с простотой настоящего момента – это начало подлинных перемен. Восприятие универсума в своей основе сводится к восприятию непроявленной жизни. Вечное единое сознание – из которого возникают все формы. Вы и это. Состояние сознания, в котором вы находитесь, влияет на всю совокупность сознания, человеческого, планетарного. Вы не можете не воздействовать на других своим сознанием. Страдание вам нужно, пока вы не осознаете, что оно вам не нужно. Сфокусируйте свое внимание на сейчас и скажите, какие у вас проблемы в настоящем моменте. Вот еще одна духовная практика. Не относитесь к своим мыслям слишком серьезно. Принятие означает, сейчас это то, что данная ситуация требует от меня, и поэтому я делаю это добровольно. Нельзя найти себя ни в прошлом, ни в будущем. Единственное место, где вы можете найти себя, это момент настоящего. Лучший показатель вашего уровня сознания – как вы справляетесь с жизненными трудностями. Сталкиваясь с проблемами, человек бессознательный стремится к еще большей бессознательности, а сознательный человек – к еще большей сознательности. Вы можете использовать вызов, чтобы пробудиться, или вы можете позволить ему погрузить вас в еще более глубокий сон. Взаимодействуя с людьми, не становитесь функцией или ролью, но будьте полем сознательного присутствия. Вы можете потерять только то, что у вас есть, но вы не можете потерять, кто вы есть. Если ваш ум несет тяжелое бремя прошлого, вы будете испытывать то же самое
в еще большем количестве. Прошлое увековечивает себя из-за вашего недостаточного присутствия. Качество вашего сознания в данный момент – это то, что формирует будущее. Независимо от того, каким долгим собирается быть ваше путешествие, оно не более чем это – один шаг, одно дыхание, одно мгновение – сейчас. Поймите глубоко, что настоящий момент – это все, что вы когда-либо будете иметь. Сделайте теперь центром внимания в вашей жизни. Когда ум теряет свою плотность, вы становитесь прозрачным, как цветок. Дух, не имеющий формы, сияет через вас в мир. Один из ложных шаблонов ума – предположение, что все время, в сейчас, нужно чем-то заполнять. Конечно, вы должны делать что-то, но посмотрите, можете ли вы попутно переживать пространство этого момента, внутренне присущую ему благодать, независимо от того, что оно содержит. С осознанностью приходит выбор, и тогда вы можете сказать: «Я позволяю этому моменту быть таким, какой он есть». И вдруг там, где раньше было раздражение, возникает чувство жизненности и мира, и тогда рождается правильное действие. Большинство людей никогда полностью не присутствует в настоящем времени, потому что подсознательно считают, что следующий момент более важен, чем этот. Но тогда вы пропустите всю свою жизнь, которая не будет ни в каком другом времени, кроме как сейчас. Большинство людей обращаются с настоящим моментом как с препятствием, которое они должны преодолеть. Но поскольку настоящий момент есть сама жизнь, это безумный способ жить. Принятие выглядит как пассивное состояние, но на самом деле оно приносит что-то совершенно новое в наш мир. Тот душевный покой, та тонкая вибрация энергии – это и есть сознание. Когда вы смотрите на других людей и чувствуете большую любовь к ним, или когда вы созерцаете красоту в природе и что-то внутри вас глубоко отвечает на нее, закройте на мгновение глаза и почувствуйте суть этой любви, и что эта красота неотделима от того, кто вы есть, от вашей истинной природы. Когда вы полностью присутствуете с теми, кого встречаете, вы отказываетесь от концептуальной идентификации с ними, от вашей интерпретации, кто они есть и что они вам сделали в прошлом. И вы способны тогда взаимодействовать без эгоистических желаний и страха. Внимание, ставшее пробужденной тишиной,
Вот ключ. Когда вы теряете контакт с внутренней тишиной, вы теряете связь с собой. Когда вы теряете связь с собой, вы теряете себя в мире. Ваш сокровенный смысл, кто вы есть, неотделим от тишины. Это «я есть» глубже, чем имя и форма. Всякий раз, когда вы тревожитесь или переживаете стресс, внешняя цель взяла верх над вами, и вы потеряли из виду свою внутреннюю цель. Вы забыли, что ваше состояние сознания является первичным, а все остальное вторичным. Вы не отделены от целого. Вы едины с солнцем, землей, воздухом. Вы не имеете жизнь. Вы и есть жизнь. Когда вы присутствуете, вы можете почувствовать дух, единое сознание, в каждом создании, и вы начинаете любить их, как самого себя. Ключ к трансформации в том, чтобы подружиться с настоящим моментом. Какую форму он примет, не имеет значения. Скажите ему «да». Позвольте ему быть. Будьте с ним. Мы здесь, чтобы найти измерение внутри себя, которое глубже, чем мысли. Кто-то, уже не помню кто, сказал: «Когда вы там, нет там». Это относится не только к месту в пространстве, но и ко времени. Когда вы попадаете в будущее, вы оказываетесь в настоящем. Так что будущее никогда не приходит. Не позволяйте мыслям о будущем или прошлом скрыть собой драгоценность настоящего момента. Ваша внутренняя цель – пробудиться. Только и всего. Вы разделяете эту цель со всеми людьми на планете, потому что такова цель человечества. Как пребывать в душевном покое сейчас? Установив мир с настоящим моментом. Настоящий момент является полем, на котором происходит игра жизни. Она не может происходить в другом месте. Любовь – это состояние бытия. Ваша любовь не снаружи. Она глубоко внутри вас. Вы никогда не сможете потерять ее, и она не сможет покинуть вас. Это не зависит ни от кого и ни от чего внешнего. Душа – ваша глубинная сущность. Присутствие за пределами формы. Сознание того, что вы находитесь за пределами формы, есть душа. Вот кто вы в сущности есть. Если вы действительно хотите узнать, что говорит вам ваш ум, тело всегда даст правдивое отражение. Так что смотрите на эмоции, или вернее, почувствуйте их в своем теле. Если есть очевидный конфликт между ними, мысль будет ложью, а эмоции – правдой.
Боль может питаться только от боли. Боль не может питаться от радости. Она находит ее весьма несъедобной. Когда вы больше не воспринимаете мир как враждебный, уходит страх. А когда нет страха, вы думаете, говорите и действуете по-другому. Подлинные человеческие взаимоотношения невозможны, когда вы теряете себя в роли. Забудьте ожидания как состояние ума. Если вы забуксовали в ожидании, отделайтесь от него. Войдите в настоящий момент. Просто будьте и наслаждайтесь бытием. Всякий раз, когда нужен ответ, решение или творческая идея, перестаньте на мгновение думать и сосредоточьте свое внимание на внутреннем энергетическом поле. Осознайте тишину. Идя по жизни, не отдавайте 100% вашего внимания внешнему миру и уму. Сохраняйте некоторое его количество для своего внутреннего пространства. Будьте наблюдателем за своим умом, за мыслями и эмоциями, а также за вашими реакциями в различных ситуациях. По крайней мере, будьте так же внимательны к вашим реакциям, как к людям или ситуациям, которые их вызвали у вас. Разрушьте старые стереотипы отрицания и сопротивления настоящему моменту. Сделать это вам поможет практика изымания внимания из прошлого и будущего, когда они не нужны. Когда вы чувствуете, что запутались в проблемах, сосредоточьтесь на этом мгновении и спросите себя: какие у меня проблемы прямо сейчас? Вы увидите, что нет никаких проблем сейчас. Вызов жизни, требующий действий, возможно, но не проблема. Чтобы глубоко пережить что-нибудь и увидеть его ясно, должно быть присутствие, в котором понятийное мышление не вмешивается в жизненный опыт данного момента. Многое из того, что люди говорят, думают или делают, на самом деле мотивировано страхом, который, конечно, всегда связан с переносом фокуса внимания в будущее и утратой связи с теперь, поскольку в теперь не существует никаких проблем, в нем нет также никакого страха. С осознанием приходит выбор. Тогда вы можете сказать: «Я позволю этому моменту быть как есть». И вдруг там, где раньше было раздражение, возникает чувство жизненности и покоя. Затем отсюда рождаются правильные действия. Основание для истинного изменения – свобода от негатива. Принятие предполагает: нет отрицания того, что есть. И тогда вы поймете, что требует данный момент, что нужно, чтобы сама жизнь наиболее полно выразила себя.
В любых отношениях, особенно что касается замужества, будьте свободными от навязчивого мышления, насколько возможно. Другими словами, чем больше пространства в отношениях, внутреннего пространства, тем больше любви, потому что любовь возникает из внутреннего пространства. Когда вы присутствуете в настоящем моменте, вы нарушаете непрерывность вашей истории о прошлом и будущем. Тогда возникает истинная разумность и еще истинная любовь. Все истинные художники, знают они это или нет, создают из неума, из пространства внутренней тишины. Что бы ни содержал настоящий момент, примите его, как если бы вы выбрали его. Ни понятия, ни математические формулы не могут объяснить бесконечное. Слова низводят реальность к чему-то, что человеческий разум может схватить, что само по себе не очень-то много. Прошлое не имеет власти над настоящим моментом. Любить означает распознавать себя в другом. Спросите себя, есть ли радость, легкость, воздушность в том, что я делаю? Если нет, то время скрывает настоящий момент, и жизнь воспринимается как бремя или борьба. Чем больше вы превращаете свои мысли и убеждения в самоидентификацию, тем становитесь более отгороженным от духовного измерения в себе. Страх, гнев, скука, печаль – не ваше, не личное. Общечеловеческая обусловленность ума проявляет себя этими формами. Они приходят и уходят. Все, что приходит и уходит, это не вы. Садясь в автомобиль, закройте дверь и посидите всего полминуты. Послушайте свое дыхание. Почувствуйте энергию внутреннего тела. Посмотрите в небо, на деревья. Ум может сказать «я опаздываю», но это ум говорит с вами. Даже у занятого человека есть время для 30 секунд пространства. Когда вы моете руки, когда делаете чашку кофе, когда ждете лифта, вместо того, чтобы предаваться мыслям, у вас есть возможность быть безмолвным, пробужденным присутствием. Станьте осознающим свое бытие сознанием. Загрязнение планеты – лишь внешнее выражение внутреннего психологического загрязнения. Миллионы бессознательных людей – не принимает на себя ответственность за их внутреннее пространство. Вера может быть утешением, однако только через собственный опыт она становится освобождением.
Жизнь не так серьезна, как мой ум делает ее таковой. Все, что вас возмущает и на что вы решительно реагируете у других, есть и в вас. Жизнь – танцор, и вы – ее танец. Многим из того, что люди говорят, думают или делают, на самом деле движет страх, который, конечно, связан с фокусированием внимания на будущем и утратой связи сейчас. Поскольку сейчас не существует проблем, то в нем нет также и страха. Все, что возникает, проходит. Ничто из прошлого не происходило в прошлом. Оно происходило в настоящем. Ничто никогда не случится в будущем. И это произойдет сейчас. Всякий раз, когда вы глубоко принимаете этот момент таким, как есть, независимо от того, в какой форме он проявляет себя, вы оказываетесь в тишине, в душевном покое. Как связаны то, что вы делаете, и радость? Когда вы полностью присутствуете, вы будете наслаждаться любой деятельностью, любым делом. Они перестанут быть лишь средством для достижения цели. Радовать будет не действие, но глубокое чувство жизненности, наполняющее вас. Не ищите счастья. Если вы ищете, вы не найдете его, потому что поиски являются противоположностью счастья. Некоторые перемены выглядят негативными, но скоро вы понимаете, что так было создано пространство, чтобы в вашей жизни появилось нечто новое. Осознанность – это сила, которая скрывается в настоящем моменте. Конечной целью человеческого существования, так сказать, вашей целью, является привнести эту мощь в мир. Если бы у вас не было ничего, кроме мыслей, вы бы даже не знали, что думаете. Подобно спящему, вы бы не знали, что спите. Когда вы осознаете, что спите, вы просыпаетесь во сне. Вместо того, чтобы спрашивать, что я хочу от жизни, более действенный вопрос – что хочет жизнь от меня? Те, кто не нашел свое истинное богатство, заключающееся в светлой радости бытия и глубоком, непоколебимом душевном мире, приходящем вместе с ней, те все еще нищие, даже если они имеют большие материальные богатства. Как быть в мире сейчас? Заключив мир с настоящим моментом. Настоящий момент – поле, на котором происходит игра жизни. Она не может идти в другом месте. Посмотрите на дерево, цветок, растение. Пусть ваша осознанность покоится на них. Как они тихи, как глубоко укоренены в бытии. Позвольте природе
научить вас тишине. Когда вы присутствуете в этом моменте, вы нарушаете непрерывность истории вашего прошлого и будущего. Тогда возникает истинная разумность и любовь. Создавая проблему, вы создаете боль. Все это подводит к простому решению. Что бы ни происходило, я не буду больше создавать боль для себя. Я не буду создавать каких-либо проблем. Эго подразумевает бессознательность. Осознанность и эго несовместимы. Вечное настоящее есть пространство, в котором разворачивается вся наша жизнь, единственно остающееся в ней постоянным. Вы здесь, чтобы так разворачивалось божественное предназначение Вселенной. Вот как вы важны. Неудача скрытым образом заложена в каждом успехе, а успех в каждом поражении. Тишина – место творчества и решения проблем. Так же, как собака любит грызть кости, человеческий ум любит свои проблемы. Признание своего собственного безумия – это, конечно, зарождение здравомыслия, начало исцеления и преодоления. Не противьтесь, не судите и не привязывайтесь. Вот три аспекта истинной свободы и просветленной жизни. Иногда позволение делам идти своим чередом является актом гораздо большей силы, чем защита или цепляние за. Забудьте о вашей жизненной ситуации и обратите внимание на вашу жизнь. Ваша жизненная ситуация существует во времени. Ваша жизнь сейчас. Ваша жизненная ситуация – иллюзия ума. Ваша жизнь реальна. Примите настоящий момент и найдите совершенство, которое глубже, чем в любой форме. Совершенство, не затрагиваемое временем. Откажитесь от ожидания как состояния ума. Когда вы замечаете, что буксуете в ожидании, отбросьте его. Войдите в настоящий момент. Просто будьте и наслаждайтесь бытием. Поймите глубоко, что настоящий момент – это все, что у вас есть. Сделайте теперь главной точкой внимания в вашей жизни. Вы не отделены от целого. Вы едины с солнцем, землей, воздухом. Вы не имеете жизнь. Вы и есть жизнь. Ваша истинная эволюция – это не плоды ваших действий. Это вторично. Ваша истинная эволюция –
делать что-либо ради возникновения сознания в вас, в то время, как вы идете по жизни. Страдание существует во времени. Оно не выживает в сейчас. Что может быть более бесполезным, более безумным, чем внутренне сопротивляться тому, что уже есть? Какое освобождение понимать, что голос в моей голове – это не тот, кто я есть? Кто я тогда? Тот, кто понимает это. Осознание – самое большое средство для изменений. Не выставляйте перед жизнью свое внутреннее сопротивление, и вы будете пребывать в состоянии благодати, легкости и воздушности. И оно больше не будет зависеть от событий, оцениваемых вами хорошо или плохо. Все, что вам действительно нужно сделать, это целиком принять настоящий момент. Затем вы почувствуете себя свободно здесь и сейчас. Вам станет легко с самим собой. Когда вы говорите «да» данности жизни, когда вы принимаете этот момент как есть, вы испытываете внутренний простор, наполненный чувством глубинного покоя. Найдите дерево, и пусть оно научит вас безмолвию. Осознайте свое дыхание. Заметьте, как это уводит ваше внимание от мышления и создает пространство. Когда говорят «я влюбился», в большинстве случаев это является обострением эгоистического желания обладать чем-либо. Вы становитесь зависимым от другого человека, или вернее, от вашего образа этого человека. Это не имеет ничего общего с истинной любовью, которая не содержит желания, что бы то ни было иметь. Когда вы осознаете тишину, тут же возникает пробужденное безмолвие. Вы присутствуете. Вы вышли из тысячелетней коллективной обусловленности. Духовное измерение жизни открывается через благодарность настоящему моменту. Недовольство, обвинения, претензии, самосожаление не смогут стать основой для хорошего будущего, независимо от того, сколько усилий вы приложите. Используйте внутреннее тело в качестве отправной точки для все более глубокого погружения внутрь себя и для увода вашего внимания оттуда, где оно обычно пребывает, из мыслящего ума. Все, что действительно имеет значение – красота, любовь, творчество, радость, внутренний мир – возникают за пределами ума.
Беспокойство делает вид, что оно необходимо, но не служит никакой полезной цели. Удовольствие всегда от чего-то, что приходит извне, в то время как радость рождается изнутри. Что я хочу? Чтобы настоящий момент был моим другом или врагом? Настоящий момент неотделим от жизни. Так что на самом деле вы решаете, какие отношения с жизнью вы хотите иметь. Основной причиной несчастья является не сама ситуация, но ваши мысли по этому поводу. Основанием для истинных перемен является свобода от негатива. Принятие предполагает, что нет отрицания того, что есть. И тогда вы увидите, что требуется в данный момент. Что нужно сейчас, чтобы жизнь могла выразить себя наиболее полно. Ни неудача, ни успех не могут повлиять на ваше внутреннее бытие. Время не может быть драгоценностью, потому что оно иллюзорно. Смерть сдирает с вас все, что не вы. Секрет жизни – умереть, прежде чем умереть, и обнаружить, что смерти нет. Мудрость приходит с умением быть безмолвием. Просто смотреть и просто слушать. Ничего другого не требуется. Когда вы безмолвны, смотрение и слушание – активирует неконцептуальную разумность внутри вас. Пусть покой направляет ваши слова и действия. Негативность порождается скоплением психологического времени и отказом от настоящего. Беспокойство, тревога, напряженность, стресс – все формы страха вызваны избытком будущего и недостатком присутствия в настоящем. Вина, сожаление, печаль, негодование, обиды и все формы непрощения вызваны избытком прошлого и недостатком присутствия в сейчас. Будьте целиком там, где вы находитесь. Если ваше здесь и сейчас невыносимо, и это делает вас несчастным, у вас есть три варианта. Удалить себя из ситуации, изменить ее или полностью принять. Чтобы воспринимать нюансы происходящего, вы должны быть тихими внутри. Нужна высокая степень пробужденности. Будьте безмолвны, смотрите, слушайте, присутствуйте. Вы не будете хорошим, пытаясь стать хорошим. Найдите добро, которое уже в вас, и позвольте ему проявиться. Откажитесь поддерживать образ себя в своих собственных глазах или во мнении других людей. Вы не умрете,
вы начнете жить. Отказаться от привязанности к вещам даже не пытайтесь. Это невозможно. Привязанность к вещам отпадет само собой, когда не будете искать себя в них. Предельная истина, кто вы есть, не в том, что я есть то-то или я есть то-то, а в «я есть». На что опираться, чтобы сделать выбор, ведущий к просветлению? Вопрос. Когда наступает момент сделать жизненный выбор, какие-то решения мы отвергаем как ошибочные, других избегаем, поскольку они ведут к укреплению эго. В общем, являются ли наши выборы ошибочными, или любой выбор в конечном итоге ведет человека к пробуждению? На что опираться, принимая решения в этом относительном мире? В некотором смысле ответ уже дан во втором вопросе. Все наши выборы в конечном итоге ведут к пробуждению. Даже те, которые выглядят ошибочными. Слово «ошибочный» означает, что ваш выбор ведет в иллюзию, в еще большее укрепление эго, в дополнительное страдание для себя и для других. Обычно, если страдаем мы, то страдают и окружающие. Если выборы ошибочны в этом смысле, да, они ведут в иллюзию, в страдание. И в конце концов страдание пробуждает. Так что в пределе нет ничего неверного. Нельзя сказать, что нечто только неверно. Становится немного легче, когда знаешь, что все дороги, которые мы выбираем, рано или поздно приведут в одно и то же место. Но одна длиннее, чем другая. Некоторые цели отклоняют ее в сторону, требуют большего времени, причиняют боль, дополнительное страдание. Основание для правильного выбора – оставаться в настоящем и пребывать во внутренней тишине, поскольку это задействует более глубокие уровни разумности, чем обусловленный ум или эмоции, которые временами захлестывают и провоцируют на незамедлительные действия. Всегда есть выбор – стоять на месте или двигаться вперед. Выходить замуж за этого человека или нет? Уйти от жены или остаться? Можно уволиться с работы, бросить все и переехать в Индию. Или отправиться добровольцем помогать развивающимся странам. Много чего можно выбрать. Что бы вы ни выбрали, если это ведет к присутствию в настоящем, прекрасно. Вы сделали правильный выбор. Понимание, что делать, приходит не через думание. Порой вы садитесь и начинаете думать, взвешивать все «за» и «против». Но, как правило, ясного ответа не получаете. Правильный ответ, то есть понимание, что вам на самом деле нужно, приходит из настоящего в виде готового решения. Но не следует путать его с эмоциональным отреагированием на ситуацию, так как на следующий день вся ваша решимость может улетучиться. Правильное решение остается с вами надолго. Вы просыпаетесь с ним и на следующий день, и на следующий, и через неделю. Эмоциональный же отклик быстро увядает. Будьте внимательны,
Некоторые мысли несут в себе громадный эмоциональный заряд, типа «все решено и обязательно сделает». Хорошо. Подождите немного и посмотрите, что вы скажете на следующее утро. Так ли сильна ваша убежденность в правильности решения? Истинное остается истинным, потому что приходит из глубины. Однажды я проснулся и понял, что мне необходимо поехать в Англию. На следующий день то же самое, на следующий тоже. Прошла неделя, это решение оставалось со мной. Я сказал: «Да, это так». Решение не было результатом логического размышления. Последнее всегда ограничено, использует думание. Думание, в свою очередь, оперирует с противоположностями. Когда же ответ приходит из настоящего, он всегда выглядит как готовое решение. Выбор перестает быть выбором. Нечто приходит, и необходимости делать выбор больше не возникает. Истинный выбор – это когда вы не выбираете. Но даже здесь эго может вмешаться. «О, не стоит этого делать. А как же твои планы насчет пенсии? Как быть с тем? Как быть с этим?» Странным образом, чем в более глубоком состоянии внутренней тишины вы пребываете, тем скорее приходит правильный ответ. Вы на перекрестке, и нужно выбирать, куда дальше. Неожиданно понимаете: «А, да, конечно же так». Итак, когда нужен ответ, вы погружаетесь во внутреннюю тишину и… Но ответ может прийти снаружи, как встреча с человеком или счастливый случай. Иногда решение приходит в виде события, будто бы открывается дверь, которая до этого была заперта. Даже неприятное стечение обстоятельств может стать частью правильного ответа. Всегда следует находиться в состоянии пробужденного восприятия, чтобы видеть, что происходит. Толкуя расширительно, можно сказать, что ошибок нет вообще, только временные, учебные ситуации. Оглянитесь на свою жизнь. Конечно, если прожит достаточный отрезок времени. Я вижу в аудитории совсем юных людей, 12 лет, полагаю. Спасибо, что вы здесь и в состоянии присутствия в настоящем. Несомненно, вы более сознательны, чем был я в вашем возрасте. Вижу и более пожилых, за 90. Они имеют явное преимущество в обретении духовного пробуждения. Приятно, что много молодых людей. Новое сознание нарождается. Итак, если оглянуться на свою жизнь, конечно же, в 12 лет еще не на что оглядываться, но у вас еще есть время понаделать уйму всего. Если вы посмотрите на свою жизнь, возможно, заметите много так называемых ошибок. Зря я поступил так-то и так-то. Не стоило было делать того-то и того-то. Не того партнера я себе выбрала. Опять не того. И тем не менее, ваши решения привели вас сюда, в состояние присутствия в настоящем. Стало быть, сработало. То, что на первый взгляд кажется глупым, в ретроспективе оказывается наполненным глубоким смыслом, потому что настоящее придает смысл прошлому. Сделанные ошибки привели вас сюда. В своей жизни я вижу одну ошибку на другой. Весь университетский период был ошибкой. Многие начинания, за которые я брался, оказывались ошибочными. Пока моя книга не была написана, со стороны казалось, не слишком ли много ошибок.
Вот почему он ничего не добился в жизни. Для родственников и членов семьи внешняя сторона моей жизни ничем не примечательна. Но на деле неожиданным образом что-то выкрутилось. Цветок лотоса, символ сознания в буддизме, вырастает из ила, его корни в грязи, и вдруг такая красота. Радуйтесь своим ошибкам. Они не ошибки. Прежде они казались таковыми, но не сейчас. Они привели вас в настоящее. Не этого ли вы и хотели? Значит, сработало. Однако, если вам требуется еще некоторое их количество, что ж, окей. Как преодолеть волнение за судьбу своего ребенка? У меня вопрос, связанный с моим ребенком. До его рождения я занималась духовными практиками. Сейчас я стала бояться смерти. Мне хочется уберечь ребенка от опасностей, но не знаю, как это сделать. С другой стороны, я понимаю, что нужно быть в настоящем, но я чувствую постоянное волнение. Хочется, чтобы все было под контролем. Вы хотите сказать, что ребенок находится под вашей гиперопекой? Как это проявляется в повседневной жизни? Мы с мужем все время оберегаем его от опасностей, связанных с домашними делами, от всего, что может причинить вред его здоровью. Для меня это очень важно. Мы стремимся, чтобы он постоянно был в поле нашего внимания. Это требует много энергии. Да, понимаю. Спасибо. Стереотипы поведения обладают инерцией. Они могут поглотить человека целиком. В общении между людьми шаблоны поведения создают энергетические потоки. Например, мятеж или восстание. Участники массовых волнений отмечают, что как бы оказываются под влиянием некоего образца поведения. Сами по себе они не стали бы так вести себя, но оказавшись в общем энергетическом потоке, подпадают под его воздействие. Многое в своей жизни человек делает по инерции. Посмотрите на ребенка. Вот он уже устал, ни за что не хочет идти в постель, поскольку состояние бодрствования продолжает себя в нем. Наконец он ложится, засыпает, но наутро его не вытащить из постели. Теперь уже это состояние по инерции длит себя. В другой раз он не хочет залезать в ванну, противится изменению состояния, в котором пребывает, из сухости в мокрость. А затем отказывается покидать ванную, так в ней хорошо. Впечатление, будто некая энергия стремится сохранить свою непрерывность. Поведенческие паттерны схожи. Ключевой момент в их преодолении – это быть в состоянии осознанности, в состоянии пробужденного восприятия, чтобы видеть, какой стереотип вы воспроизводите. Тогда прошлое не сможет управлять вами. Превратите свою повседневную жизнь в пространство. Другими словами, выйдите из вашей жизненной ситуации, из времени, из прошлого и будущего, из ума, и войдите в настоящее. Внутри себя почувствуйте возникшее пространство. Это пространство сознания. Из него можно видеть энергию старых образцов поведения. Они заставляют вас думать одни и те же мысли или принуждают незамедлительно реагировать определенным образом. Перед самим действием сперва возникает некий импульс, например, желание подойти к ребенку и начать защищать его от чего-то, что на самом деле сейчас ему не угрожает. В состоянии осознанности вы можете распознать, что это импульс из прошлого.
тогда само собой отпадет необходимость действовать. «О, это прошлое заговорил». Импульс возник и затем исчез. Или, к примеру, какая-нибудь навязчивая мысль, связанная с ребенком. Из состояния осознанности, из внутреннего пространства, из внутренней тишины вы понимаете. И это всего лишь мысль, пролезшая в мой ум. Позвольте ей побыть какое-то время. Не боритесь с ней, так как, начав бороться, вы только укрепите ее. Вы больше не схвачены ей. Пространство осознанности. Необходимо вживить пространство осознанности в отношении с ребенком. В частности, ваше представление о том, как ребенок должен себя вести. Делай это, не делай того, иди сюда, не ходи туда. Конечно, в какой-то мере без ограничений не обойтись, но они очень сковывают общение. Внесите пространство в отношения. Когда вы с ребенком слушаете его, смотрите на него, будьте с ним воспринимающим пространством. Не надо специально играть с ним. Просто будьте вместе, наблюдайте, слушайте. Дайте ему свое внимание. Это и есть присутствие в настоящем. Оно не является поведением из прошлого. Настоящее вечно ново. Оно не может быть образцом из прошлого. Оно вневременно. Многие родители не могут внести вневременное измерение в отношении со своими детьми. Поэтому даже при наличии наилучших побуждений общение превращается в череду конфликтов. А ребенок растет, становится все более вспыльчивым, вы не понимаете почему. Причина в том, что отсутствует жизненно важное измерение. Вы делаете для него все, что можете, но это оказывается недостаточно. Забота необходима, но она не самодостаточна. Бытие остается в стороне, бытие как пространство осознанности. Его следует вживить не только в отношении с ребенком, но и во взаимодействии с другими людьми. Отношения не могут процветать, если в них нет пространства. А пространство рождается, когда вы смотрите на человека не мыслью из головы, а как пробужденное настоящее. Таково подлинное общение, вне форм, вне психологических и физических границ. Вы смотрите на другого человека, а сами присутствуете в настоящем. Без мыслей, просто как пробужденное внимание. Это и есть пространство. Если такое не получается с человеком, начните с цветка. Или попробуйте с собакой. Собака свободна от мыслей. Она не провоцирует активность ума, как это делает другой человек. Думание очень заразительно. Моментально передается друг другу. Поэтому освободиться от мыслей жизненно важно для подлинных отношений. Отбросьте стереотипы. Начните отвечать на нужды ребенка. Состояние пробужденного присутствия в настоящем вы всегда будете чувствовать, когда дать возможность ребенку поисследовать мир, а когда его лучше остановить, оградить от опасности. Установится баланс между дозволением ребенку познавать себя и защитой. Очень тонкое равновесие. Но только в состоянии осознанности можно точно сказать, где проходит грань, и действовать верно. Пространство восприятия должно войти в вашу жизнь. Куда бы вы ни поехали, если в голове мысли о себе, о своих делах, о своем положении в обществе, вся красота леса, берега моря, гор, облаков, шум ветра, голоса природы, все оказывается на периферии восприятия, поскольку вы поглощены мыслями о неудачном вложении капитала. Или в лучшем случае вы начинаете думать о том, на что смотрите.
Интересно, что это? Как называется? Смогу ли вспомнить? Надо будет посмотреть справочники. Степень отсутствия в настоящем не столь велика, как в первом случае, но вы по-прежнему остаетесь в ментальных концепциях, вместо того, чтобы просто быть воспринимающим пространством, подобно ребенку, но более глубоко, более интенсивно. Будьте осознающим пространством вместо персоны. Это новое состояние сознания. Могу ли я быть воспринимающим пространством в общении с другими? С кошкой или собакой проще. Потому что, когда мы встречаемся с ними, они уже пребывают в состоянии безмыслия. У собаки нет мыслей. Она на той стадии развития, когда они попросту не возникают. У нее есть разум, но нет концептуального мышления. Она только на пути к нему. Она в стадии доконцептуального мышления. А вам следует выйти за концептуальное мышление в воспринимающее пространство. Так чудесно общаться с животными. Они все время свободны от концептуального мышления. Приятно поиграть с собакой или кошкой. Ни о чем не нужно думать. Вы знаете, что ни кошка, ни собака ничего не думают о вас. Они просто смотрят. Никаких мыслей. Речь не о том, чтобы вернуться на более низкую ступень развития, но о том, чтобы выйти за пределы мышления. Переступить через. За пределами мысли вы встретите целое измерение бытия. Удивительное чувство целостности, связь с окружающей природой. Концептуальное же мышление разделяет. Вы больше не думаете про себя, вот дерево, вот птица. Нет никакого «я» и «они». Есть единый феномен – возникновение форм в пространстве сознания. В священных книгах говорится, что Бог по завершении творения посмотрел и сказал «хорошо». Сознание и есть то пространство, в котором весь универсум обретает форму. И вы представляете собою это сознание. Когда пребываете в состоянии безмыслия, вы представляете собой основу бытия. Даже в напряжении противоположностей на глубинном уровне вы прозреваете «хорошо». Правда, бывает, что один съедает другого. Но в развитии целого удивительная гармония. Если нет восприятия гармонии, будете схвачены концептуальным умом. Ну вот, как-нибудь расскажете, как идут дела с вашим ребенком. Целая духовная практика, ничем не хуже других. О личной ответственности. Если сказать одним словом, меня беспокоит чувство ответственности. В повседневной жизни я, конечно, стараюсь отвечать за явные проявления моего эго, но иногда думаю о будущем планеты, об эволюции человечества, и меня охватывает сильное чувство ответственности за происходящее. Хотелось бы знать, как быть с этим чувством. Отвечать – непростое слово. Оно означает и отвечать на, и отвечать за. За что нам следует отвечать прежде всего? За состояние своего сознания. Оно определяет, какой мир вы создаете вокруг себя. Вы – человечество. Человечество – не как абстрактное, не имеющее реального содержания концепция, а человечество – как проявление бытия в конкретной форме «человек».
Вы – человечество. Для человека главная ответственность – это отвечать за состояние своего сознания, поскольку именно дисфункция сознания порождает дисфункцию во внешнем мире. Под внешним миром я понимаю создаваемую человеком реальность, встраиваемую в уже существующее бытие планеты Земля, которая в своей потенции задумана как рай, как чистый драгоценный камень, как воплощение удивительной разумности. И мы неотделимы ее часть. Бытие проходит очередную промежуточную стадию. Любое промежуточное состояние проблематично. Оно может пойти одним путем, а может и другим. Ваше состояние сознания определяет, какой мир вы создаете, какие действия вы совершаете и какие последствия из этого вытекают. Моя цель – указать на главную причину неблагополучия. В дзене ее еще называют «слабость ума». Тысячелетняя история показывает, какая глубокая дисфункция таится в человеческом уме. Если мы не изменимся, она уничтожит нас. Планета, возможно, и уцелеет, поскольку обладает неисчерпаемыми ресурсами самовосстановления. Что делать? Прежде всего, взять на себя ответственность за состояние своего сознания. Прямо сейчас. Об этом все учение. Каково состояние моего сознания в настоящий момент? Генерирую ли я завихрения, конфликты? Причиняю ли страдания себе и окружающим? Произвожу ли я внутреннюю грязь? Замутняю ли прекрасность своего существования безостановочным движением мыслей, порождающих негативные эмоции? В результате формируется целая иллюзорная сущность под названием «я». Стать ответственным означает пробудиться. Некоторые даже не знают, что можно взять на себя ответственность за происходящее и почему вам это может быть так важно. Но те, кто поняли, с вас начинается преображение мира. Вы чувствуете необходимость перемен. Вы хотите увидеть их воплощенными. Но прежде всего, не что вы делаете, а кто вы есть, то есть ваше состояние сознания. Все дальнейшее проистекает отсюда. Прежде всего, нужны перемены, трансформирующие состояние сознания. Вот предмет вашей ответственности. Странно ожидать, что весь мир разом окажется на этом уровне. Достаточно, что вы берете на себя ответственность, зная при этом, что миллионы других продолжают жить бессознательно и видят зло, целиком коренящимся в других. Зло порождают другие, и мир превращается во врага. Только те берут на себя ответственность, кто поднялся над этим. Те же, кто продолжает бессознательное существование, не ведают, что творят. Что означает, они целиком схвачены силами бессознательного. Они во власти бессознательных мыслительных потоков. Люди не знают, что делают. Как могут они за это отвечать? Они не знают, что такое ответственность. Они не переживают за последствия своей бессознательности. И таким образом порождают и порождают страдания вовне. Но в конечном итоге страдания – огонь, в котором сгорает эго. И коллективное, и индивидуальное. Путь долгий, медленный, болезненный путь пробуждения, путь нарастающего страдания. Планета вынуждена претерпевать этот растянувшийся во времени процесс. Если курс не будет сокращен,
Сомнительно, что она позволит человеку и дальше это обучение. Еще на 500, 200 или хотя бы на 100 лет. Ну вот, а вам теперь отвечать за все это. Как сохранить связь с измерением Божественного, имея дело с драмой, душевной болью, когда пытаешься найти работу? Я первый раз здесь, мне очень нравится. Кажется вполне убедительным быть в этом зале, чувствовать его атмосферу, словно бы ты наполнен особой энергией, подключен к источнику своей божественности. Но я в некотором роде прагматик и говорю себе, вот выйду из зала и окажусь в реальности. Моя реальность, с ней связан вопрос. Он касается безработицы. Как сохранить подключенность к источнику? Как сохранить свое чувство божественного, имея дело с драмой, болью, когда ищешь работу? Спасибо. Жизнь постоянно бросает нам вызов. В своей потенции вызов блага. Он пробуждает нас, делает более сознательным. Либо еще больше загоняет в бессознательную реакцию. Тогда возникает душевная боль, страдание. Всякий вызов жизни ставит нас перед первым или перед вторым путем. Сам по себе вызов может оказаться очень полезным. Часто он принимает форму жизненных ограничений. Многие из присутствующих знают, что не случись вызовов в их жизнях, они бы сейчас не сидели в этом зале. Они бы смотрели телевизор. У меня тоже есть свой опыт. Возможно, даже слишком большой опыт. Большую часть жизни я был безработным. Несколько лет жил далеко за чертой бедности. Мне тогда было около 30. Однажды в газете, в то время я еще читал газеты, прочел о человеке с низким заработком и подумал: «О, мои доходы гораздо ниже его». Но я никогда не чувствовал себя бедным, хотя многого, конечно, не мог себе позволить. Я покупал томатный соус, но уже не мог купить специальный соус для спагетти. Томатный соус дешевле, гораздо дешевле. Спустя много лет я еще часто по привычке брал томатный соус вместо соуса для спагетти. Когда возникает необходимость исправлять ситуацию, пребывайте в сфере практических действий. Еще есть ментальная сфера. Здесь возникает страдание, не в практической сфере. Нет никакого страдания в том, чтобы есть спагетти с томатным соусом вместо специально приготовленного. Вы понимаете, это всего лишь пример, заменяющий собой многие. Однако, если появляются мысли, вот я сижу тут, ем дешевую еду с водянистым соусом, у меня в жизни сплошные неудачи. Теперь еще нужно искать работу. Миллионы людей сейчас ищут работу. Перспектив нет. Завтра будет то же самое. Много подобных мыслей может возникнуть. Вон где источник страдания. Страдание возникает всегда, когда ущемляется самооценка. Не обязательно, чтобы унижение имело место в реальности. Достаточно, что это происходит в вашей голове. Я никчемный, слишком старый. Образование слабовато. Я ни на что не гожусь. Много мыслей, умаляющих ваше «я». И все потому, что ваше «я» было сформировано на базе функций, которые вы выполняли в мире. Абсолютно нормальное явление. Более того, не столько на базе самой функции, сколько на основе суждения ума,
оценивающего вашу функцию. Самооценка опирается на мысли. Она подпитывается мнением других людей, которые говорят, как вы полезны. Босс доволен, обещает повышение, клиенты вас любят. В какой-то момент это все можно потерять, поскольку самооценка построена на мыслях. На мыслях своих и на мыслях других людей. Когда наступает незанятость, появляется возможность заглянуть в глубину себя, почувствовать, кто я есть. Нечем заняться, ничто больше не говорит вам о вас. Образ себя – это структура, порожденная умом. Используйте вызов, чтобы посмотреть, сможете ли вы найти нечто на более глубоком уровне себя, нечто более ценное, чем то, что может породить ум. Когда вас увольняют, образ «я» получает повреждение. Возникает страдание. Повреждение образа «я» может втолкнуть в еще большие страдания. Либо вы можете освободиться от имиджа, созданного умом, и войти в жизненность бытия, в настоящее, и понять, кто вы есть на самом деле, и что вы более наполнены жизнью, чем все, о чем вы прежде могли подумать. Потенциально вы можете преодолеть границы поврежденного образа себя. Конечно, можно постараться его исправить, но это лишь продлит состояние непробужденности. В общем-то, тоже неплохо. Вы восстановите свой имидж, найдете хорошую работу, но вы потеряете возможность выйти за границы своего «я». Мысль говорит вам, кто вы есть, сколько вы стоите. В пределе все это иллюзия. Иллюзия и то, и другое. Я хороший, и я плохой. Но иллюзия легче распознается, если мысли негативные и причиняют страдания. Страдание может пробудить. Используйте возможность освободиться от приниженного образа себя. Через какое-то время найдется работа. Но ваше «я» больше не зависит от того, что вы достигли или чего не достигли. Вы обрели опыт преодоления «я» и теперь привносите этот опыт в новую сферу вашей активности. Образ себя очищен или не возникает вовсе. Вы будете удивлены, насколько хорошо вы работаете на новом месте. Вам больше не мешает образ себя. В этом состоянии сознания вы быстрее достигнете успеха, но он не будет причиной вашего, хотел было сказать, счастья, но это глубже. Это чувство полноты самореализации. Внешний успех больше не будет основанием для чувства полноты самореализации, поскольку вы уже переживаете ее напрямую, без посредников, в настоящем, в глубине того, кто вы есть. Вы больше не ждете ситуации, чтобы состояться, и чудесным образом внешние обстоятельства становятся весьма благоприятными для самореализации. Используйте вызов жизни как начало пробуждения. В практической области нет страдания. Некоторое время у меня не было дома, и я жил как бродяга. В конце концов я преодолел идентификацию с умом. Если бы я застрял в ментальной коробке, я бы вспоминал это время как период глубочайшего страдания, потому что мой ум говорил бы разное про меня, и я бы ему совершенно верил. Я неудачник. Я упустил возможность, которую предоставила жизнь. Я был успевающим студентом в престижном университете. Я мог бы совершить великие дела. Почему это случилось со мной? Я бесполезен. Никто не хочет нанимать меня на работу. Это страдание. Но, к счастью, я вышел из этого. И что было? Было сидение на скамье и смотрение по сторонам. Люди. Так.
Сколько сегодня денег в моем кармане? О, достаточно для того, чтобы перекусить в кафетерии самообслуживания. Никакого страдания. Просто ситуация. Настоящий момент. Его красота и наполненность жизненной силой. Ценность вас самих, не зависящая больше от того, чем вы занимаетесь в этом мире. Любой вызов, подобно этому, или ограничение со стороны физического тела, что бы ни было, может быть использовано как огонь, в котором сгорает бессознательность. Практика бытия. Мы собрались здесь для того, чтобы вместе войти в необычное состояние сознания. Одна из главных его характеристик – вы перестаете ждать будущего, чтобы ваша жизнь стала лучше, чем она есть сейчас. Не ждете никаких событий. Обычное состояние сознания – отсутствие в сейчас. Вы не здесь. Ваше сознание целиком не в сейчас. И поэтому полнота бытия ускользает. Вы ожидаете наступления полноты бытия в будущем. В том, чего на самом деле нет. Будущее всегда входит к нам в виде сейчас. В виде настоящего. Жить в состоянии ожидания настолько нормально, что большинство людей даже не задаются вопросом, как же так, что происходит? Такое существование фрустрирует человека, превращает жизнь в тяжкое бремя. Он ищет то, что не может быть найдено. Он ищет полноту жизни, надеется постичь сущность самого себя посредством достижения чего-то, что должно произойти в будущем. «Полнота бытия. Наступит день, и я обрету ее», — говорит ум. Существует кардинально иной подход. Нельзя попасть туда, в будущее. Можно только быть здесь, в настоящем. Почувствуйте силу настоящего как мощь бытия самим собой. Ваше существование есть проявление тотальности бытия. Физическое тело – часть его. Но бытие глубже. Физические формы – важная, неотъемлемая часть бытия. Но физическое – лишь временное выражение того, кто вы есть. И оно неотделимо от целого. На нашем семинаре я буду периодически напоминать, что ваше физическое энергетическое тело есть лишь проявленная часть вашего сознания. При этом каждая клеточка тела пребывает в полноте бытия. Старайтесь слушать не только ушами. Слушайте так, чтобы каждая клеточка тела чувствовала пробуждение жизненной энергии. Сама жизнь пребывает в каждой клетке, в каждом органе. Сама жизнь. Обоснуйтесь в своем энергетическом поле. Если слушать только умом, пытаясь понять, о чем идет речь, скоро станет скучно. Скука возникнет быстро, если с уровня ума не перейти глубже. Когда вы теряете связь с телом, вы всплываете в ум и начинаете блуждать в фантазиях, в мечтах о будущем, о том, что будете смотреть вечером по ТВ или что произойдет завтра. Минут через 10 как бы просыпаетесь и снова восстанавливаете свою связь с настоящим. Это нормально. Когда я говорю или слушаю, все тело особым образом включается в процесс. Сейчас важно
именно слушание слов. Слова, как таковые, дело второстепенное. Они полезные указатели. Суть же учения передается посредством самого сознания, которое я иногда называю тишина или состояние безмолвия. Сейчас в этом зале формируется особое энергетическое поле. Так проявляет себя новое сознание. Очень могущественное, оно не производит никакого шума. Оно тихо и недвижимо. Суметь открыться и почувствовать энергетическое поле бытия, на Востоке его иногда называют тело Будды, вот зачем мы здесь. Ум тут не нужен. Впрочем, ум все же потребуется, но он на периферии. На прошлой беседе ко мне подошла женщина, она не говорила по-английски, только по-французски. Мой французский не настолько хорош, чтобы изъясняться на нем, но я уловил суть. Она сказала: «Я не понимала слов, которые вы произносили, но я поняла вас. Поняла через сердце, не посредством ума. Мое сердце поняло». Она была открыта энергетическому полю, энергетическому полю настоящего. Последнее неуловимо для ума, ибо он не может представить его себе. Нужна обостренная восприимчивость, чтобы подключиться к энергетическому полю бытия. Скука в этом состоянии невозможна. Скука от ума, от разъединенности с жизненностью. Пойманный самим собой, ум не получает достаточно пищи в виде стимулов. Он начинает скучать. Ум нуждается в непрерывном поддержании своей деятельности. Что дальше? Во что еще я могу вцепиться? Что дальше? Что дальше? Умственная активность сопровождается непрерывным беспокойством. Масс-медиа подпитывает это беспокойство, постоянно подбрасывая пищу для ума. По большей части тривиальные сообщения. Непрерывная жвачка. Диктор безостановочно что-то говорит взволнованным голосом. Если вы не знаете языка страны и просто слушаете звуки, впечатление, что говорят о чем-то чрезвычайно важном. Но если вникаете в суть говоримого, обнаруживаете нечто несущественное. Почти бессмысленно. Итак, скука – признак отождествленности с умом. В состоянии сознания, в которое вы вошли сейчас, скука невозможна. Глубокое подключение к бытию, к жизненности, заключенной в нем, сопровождается радостью, от осознания простого факта бытия. Очень тонкое, но очень могущественное чувство радости, которое не зависит ни от чего внешнего. Здесь скука невозможна. Внешнее поведение превращается в выражение этой радости. Вы укореняетесь в настоящем. Вы больше не ищете полноты бытия, как прежде. Поэтому становитесь удовлетворенными. Поиск полноты бытия в событиях, которые должны произойти в будущем, больше не нужен. Вы уже есть те, кто вы есть на самом деле. Целиком и сейчас. Чтобы стать теми, кто вы уже есть, времени не нужно. Оно как раз необходимо, чтобы запутать вас. Потребовалось тысячи лет, чтобы завести человека в современное состояние сознания,
в состоянии разорванной связи с бытием. Много времени, чтобы развить в человеке эту дисфункцию. И не требуется времени вовсе, чтобы преодолеть ее. Это не событие во времени, и поэтому оно не может произойти ни в каком будущем. Даже если вы вловили лишь проблеск восстановленной связи с бытием, находясь здесь, вы заметите, что все проблемы вашей жизни отступили куда-то на периферию. Они больше не составляют вашего содержания, кто вы есть. На периферии вашего бытия легкое волнение, а в центре полнота и жизненность. Ваше подлинное то, кто вы есть. Никакие CNN, SBC и прочие ТВ-медиа не примчатся делать репортажи, что здесь, в этой точке планеты, явило себя на свет новое состояние сознания. Внешне, в общем-то, ничего не происходит, что вы делаете из этого события. «Окей, давайте посмотрим, что тут у вас», — сказали бы они. «Если бы мы тряслись в конвульсиях и визжали, сюжет вышел бы отменным. Но внешне здесь нет ничего для ума, во что он мог бы вцепиться и сказать: да, тут что-то происходит. Все настолько неуловимо и при этом могущественно». Важной частью состояния быть в сейчас является внимание к промежуткам, когда я ничего не произношу. Удерживайте обостренное восприятие в паузах между слов. Сохраняя внимание, не ждите следующего слова, следующей фразы. Пробужденное внимание. Оно и есть само сознание. Его фаза, прежде чем оно станет чем-то. С точки зрения ума сознание выглядит как ничто. И тем не менее, оно невероятно могущественно, это ничто. Ум говорит «это ничто», потому что не может схватить его, не может его понять. Ум формируется под воздействием мира форм. Он рождается из обусловленности прошлым. Мысль – тоже разновидность формы. Но мы идем глубже, не прибегая ни к какой особой технике, только используя силу момента настоящего. Что возникает в этом безмолвии, в промежутках между слов? Чистое сознание, ничем не обусловленное сознание. Стоит только прикоснуться к нему, вы тут же переживаете красоту и полноту бытия. Дальше слова не нужны. Это состояние можно отыскивать самому и сидеть, пребывая в полноте бытия. В этом и заключается подлинная медитация, для которой не нужна никакая особая техника. Это естественная медитация. Все техники медитации пытаются ввести вас в похожее состояние. Но они, как правило, не срабатывают, потому что ориентированы на достижение во времени. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Если вы полны решимости стать хорошим медитирующим и достичь результата, иногда наступает момент, когда метод как бы отступает на второй план, и вы проваливаетесь в состояние. Но такое случается редко. А здесь не нужно никакого времени. Это ум нуждается во времени. Лишившись его, он чувствует себя чрезвычайно дискомфортно.
Он не может функционировать без времени. Удалите будущее, и ум придет в панику. Самое ужасное, что можно сказать человеку, не имеющему связи с бытием, это что его время кончилось, что ему скоро придется умереть. Представьте, доктор говорит, один, максимум 2 месяца. Почти ничто. Человек начинает глубоко страдать, впадает в отчаяние или спонтанно входит в лишенное времени состояние сознания. Нечто сходное с тем, в которое мы пытаемся войти сейчас, когда время утрачивает свое значение, сохраняя его разве что для сугубо практических целей. Вы сидите и слушаете, и в процессе слушания осознаете энергетическое поле, которое и есть ваше слушание. Вы воспринимаете само бытие, которое делает ваше слушание возможным. В процесс восприятия включено все тело. Даже мизинец руки слушает. Даже ноги. Целостное энергетическое тело всегда в настоящем. Вы слушаете очень восприимчиво. Удерживайте это состояние. Через какое-то время начнут происходить события. Позвольте им появляться. Шум возникает и стихает. Мой голос звучит, слова рождаются и снова превращаются в тишину. Что остается? Обширное энергетическое поле, которое вы испытывали вначале. Оно глубже физических ощущений. Вот. И это оно. Пребывайте в нем. Итак, с одной стороны слова, с другой поле сознания. Пространство бытия, в котором слова возникают, так же, как и все другое. Так случилось, что сейчас говорю я. Если и вам придется говорить, и если вам удастся сохранить связь с бытием, то обнаружите, что слова сами как бы исходят из обширного пространства бытия. Слова приходят, и вы говорите. Они приходят не из обусловленного ума. Ум вовлечен лишь в незначительной степени. Он всего лишь придает выражению форму слов. Но само выражение проистекает из необусловленности ничем. Оно свежо, ново, созидательно. Вы тоже становитесь более созидательными, чем прежде. В состоянии подключенности все, что бы вы ни делали, это не вы делаете, а целостное бытие действует посредством вас, используя вашу форму. Вы становитесь связанными с чем-то обширным, значительно более могущественным, чем ваш маленький ум. Да, ум не отделен от бытия, но он лишь крошечный аспект бытия. И если он претендует, что кроме него ничего нет, это иллюзия. Ум подобен пламени свечи, а целостность бытия подобна солнцу. Пламя свечи и солнце – близкие родственники, поскольку горение свечи сродни горению солнца.
пламя свечи действительно частичка солнца. Так же и ум не отделен от бытия, но он как пламя свечи. Красивое, но крохотное по сравнению с необъятным размером солнца, который вот уже на протяжении миллионов и миллионов лет питает Землю энергией. Непрерывный, неистощимый источник. Но и солнце, в свою очередь, является лишь частью другого целого. Можно идти глубже. Древним культурам всегда было свойственно поклоняться солнцу как абсолютному божеству. Настоящее чудо – лицезреть безграничный, неиссякаемый источник энергии, согревающий тело, позволяющий произрастать пищу. Но и солнце является лишь выражением формы чего-то более глубинного и более могущественного. Жизнь, энергия, бытие форм, вся бездна космоса, все проявленные феномены, включая наиболее грандиозные из них, такие как галактики, в которых биллионы и биллионы своих солнц, в тысячи раз превосходящих наш. Все это всего лишь выражение стоящего за всем бытия. Непостижимая обширность. Все множество форм возникает и разворачивается во времени и посредством времени. Но мы идем дальше. Все феномены возникают из обширности самого бытия, которое уже не форма. Вы не можете охватить его, потому что вы сами и есть это самое бытие. Вы не можете до конца осмыслить его, подобно тому, как пламя свечи не может понять солнце, даже если оно начнет усердно размышлять о нем. Но вы можете быть бытием, потому что вы бытие и есть. Так будьте им. Выражайте его посредством своей формы. Занятый добыванием денег, производством товаров и услуг, пытаясь занять достойное положение в жизни, человек не задумывается о бытии. Однако те же самые обстоятельства, но при условии подключенности человека к бытию, изменяются чрезвычайно. Потому что нечто более грандиозное, чем вы, начинает выражать себя через вас. Все, к чему вы так упорно стремились, чтобы наконец посредством этого обрести полноту бытия, начинает происходить. Просто берет и происходит, обретает форму. Подключенность к бытию. В ходе беседы за эти часы, проведенные здесь, вы получили изрядную дозу подключенности. Если, конечно, хватило терпения. Если ум не так уж часто вмешивался со своими вопросами. Что такое? О чем это они там говорят? Прежде чем идти дальше, еще раз проверьте, подключены ли вы к бытию. Некоторые из вас уже хорошо чувствуют связь с энергетическим полем тела, что и позволяет им удерживать нужное состояние. Те же, кто не уверен, для начала поместите внимание в какую-либо часть вашего тела. Начните воспринимать происходящее, глядя оттуда. Например, почувствуйте руки. Тут же заметьте, что ум стал менее активным, потому что вы отвлекли внимание от мыслей. Ум перестал получать ваше сознание для воспроизводства прежнего количества мыслей. Теперь постарайтесь развить эту способность удерживать внимание на выбранной части тела. Попробуйте. Продолжайте чувствовать жизнь. Все начинается с такого простого действия.
Ум может возмутиться, дескать, это слишком просто. Ум любит все усложнять, ему подавай целую технику. Но это и есть эффективная техника. Чувствование внутреннего тела является началом установления связи с бытием. Продолжайте удерживать внимание на руках. Даже если вы не научитесь ничему большему, уводите внимание от мышления. Воспринимайте энергетическое поле рук. Чувствуйте жизненную энергию. Сначала едва уловимое чувство постепенно разрастается, становится интенсивнее. Как восхитительно ощущать энергию жизни. В таком состоянии болезнь не проникнет в руки, потому что они наполнены жизнью, наполнены присутствием в настоящем. Каждая клеточка радуется, как бы говоря, как приятно, я чувствую жизнь. Все клеточки тела танцуют от радости, им нравится это чувство. Представьте, что вы проделываете все то же самое с вашим телом целиком. Все клетки радуются. Ничто болезнетворное не может проникнуть, когда тело находится в состоянии радости и наполненности жизненной силой. Нет нужды ждать, что когда-нибудь это произойдет. Вы уже входите в это состояние. Подлинная революционная трансформация – взаимодействовать с миром без накопленного умом багажа, совершенно освободившись от мысли о своем «я», от обусловленности прошлым. Вы движетесь без бремени своего «я», пытающегося достичь полноты самореализации в будущем, ищущего там ответы на свои вопросы и так никогда их не получающего. Поведение освобождается от шаблонов. День за днем вы действовали из обусловленности прошлым в надежде, что в будущем настанет счастье. Но будущее оказывалось лишь продолжением прошлого, потому что оно все время воспроизводилось в ваших действиях. Лучшее не наступит до тех пор, пока вы в ловушке обусловленности. Удивительно, так легко выбраться из нее, но так мало людей знает об этом. Будто сговорились хранить молчание и не упоминать об освобождении. Так легко стать свободным от маленького, ограниченного прошлым «я». Каждый ограничен, и каждый всего лишь маленькое «я», даже президент. Настанет день, и он больше не будет президентом, состарится, перестанет справляться с этой социальной функцией, утратит позицию в социуме. Кто я теперь? Просто старик. Так легко выйти из бесконечных поисков полноты бытия, из стремления к светлому будущему, к более высокому социальному положению. Не ждать больше, что мир назовет вас VIP-персоной. Может случиться, что такое произойдет, а через некоторое время люди передумают и объявят вас ничем. Научитесь такой простой вещи, как удерживать свое внимание на руках, и вот вы уже постепенно высвобождаетесь из захвата умом. Я выбрал руки, потому что не сразу получается удерживать внимание на энергетическом поле всего тела. Начните с рук. Очень подходящее начало на первое время. Слушайте жизненную энергию рук и смотрите по сторонам. На меня, на людей вокруг вас. Установится ясность восприятия, которая всегда возникает сама собой, когда обусловленность больше не определяет ваше поведение.
Удивительно быть свободным. Это совсем не требует времени. Прямо сейчас вы стали свободными. Но состояние свободы еще неустойчиво. Волнение ума возвращается. И тем не менее, вход в состояние подключенности к бытию только в настоящем. Вы всегда можете выйти в свободу, просто настроившись на состояние присутствия в настоящем. Удерживайте внимание на руках, а если можете, то на всем теле, и просто смотрите вокруг, слушайте. Еще раз. Восприятие чувством, слушание, смотрение, и вы в обширном энергетическом пространстве бытия. Вашему телу это нравится. Оно говорит: «О, как хорошо!» Вы подключились к безграничному пространству бытия. Возникает приятное ощущение. Далее рождается чувство, что это не вы смотрите, а нечто неизмеримо более глубокое, чем вы, смотрит вашими глазами. Само сознание ничем не обусловлено. Когда вы в настоящем, обусловленность прошлым больше не действует. Вы пребываете в присутствии Бога, ибо Он представляет собой необусловленное сознание, чистое бытие. Все миры рождаются отсюда, все галактики, все на свете. Неужели к этому можно прикоснуться, начав с простого чувствования рук и смотрения вокруг себя? Да, не нужно идти ни в какие монастыри, не путешествовать 20 лет по Востоку, фанатично практикуя медитацию, не посещать какие-нибудь курсы, чтобы в конце концов получить малознающий сертификат. Войти в состояние подключенности к бытию так просто. Практиковать можете где угодно и в любое время. Сядьте, почувствуйте энергетическое поле своего тела, либо, если это еще трудно, какую-либо часть своего тела. Направьте туда все ваше внимание. Удерживайте его там. Продолжайте чувствовать и при этом смотрите по сторонам. Слушайте и смотрите. Вы заметите, как постепенно уходит желание оценивать происходящее. Вы больше не стремитесь убежать из него в деятельность ума. Начинайте тотально присутствовать в бытии. В глубине восприятия вы чувствуете жизненность. Вот и весь секрет. В глубине всего приходящего и уходящего вы чувствуете бескрайнее энергетическое пространство. Несколько слов о сознательном выборе, вроде «я решил установить состояние подключенности к бытию». Глубинные процессы происходят сами собой, и вы ничего не можете с ними поделать. С абсолютной точки зрения, возможно, это и верно. Но когда вы выбираете, то эти процессы выходят для вас на поверхность. Уму кажется, что вы действительно решили, чтобы они стали происходить. Хотя, конечно, есть глубина, дальше которой человек не может влиять на происходящее. Много раз из всех возможных действий вы будете выбирать выйти из захвата умом. Кажется, это ваше маленькое «я» решает, чтобы наступило состояние. Но вы не можете принудить его возникнуть. Оно существует само, вы только позволяете ему проявиться.
С методической точки зрения полезно, чтобы человек думал, что это он решает быть в настоящем. Когда вы решаете, вы замечаете, что оно начинает проявляться, хотя в своей глубине бытийствует оно само без вас. С позиции «я» выглядит, что это вы заставили возникнуть состояние подключенности. И в этом не надо никого разубеждать. Я и сам часто говорю, и это ваш выбор. Гораздо полезнее думать «я могу это сделать», чем «я ничего не могу с этим поделать». Останется только сидеть возле телевизора с банкой пива и ждать, когда просветление снизойдет само. С абсолютной точки зрения учителя правы, что с человеком все только происходит. Но с методической точки зрения такая установка непродуктивна. Вы не отделены от целого, и целое проявляет себя через вас. Если вы думаете, что это вы делаете что-то, то на деле это что-то просто происходит. Оно возникает. Почувствуйте руки или любую другую часть тела. Удерживайте внимание там. Жизненность. Все тело оживает. Почувствуйте ноги. Удерживайте там внимание. Сначала ощущения едва уловимы. Ноги. Почувствуйте их. Грудь. Живот. Постепенно устанавливается контакт с целостным полем вашего тела. Прочувствуйте и удерживайте его. Вы там, когда чувствуете его в паузах между моими фразами. Скорее всего, вы ощущаете его даже яснее, когда я молчу. Возможно, некоторые хотели бы, чтобы я вообще заткнулся. Это знак того, что установился контакт с энергетическим полем. Но те, кто еще не наладил с ним связь, не волнуйтесь, я пока не собираюсь умолкать. Один из важных аспектов бытия – безмолвие, недвижимость. Жизненность тоже в своей глубине недвижима, ибо в самом бытии ничего не происходит. Бытие остается состоянием чистого ничто с точки зрения обычного ума. Если что-то начинает происходить, оно принимает форму и становится чем-то во времени. Формы возникают. Но само бытие, ему нет нужды, чтобы в нем что-либо происходило. Время и форма возникают из поля бытия и становятся чем-то, а затем снова возвращаются в бытие. Когда вы в связи с бытием, нет нужды, чтобы что-либо происходило в вашей жизни. Спустя какое-то время вы, конечно, приступаете к делам. Но постарайтесь уловить, что все, что с вами происходит, чувства, события, ситуации, происходит на поверхности бытия. Вы начинаете чувствовать,
«Я есть бытие». Продолжайте удерживать внимание на энергетическом поле вашего тела. Вы заметите, что не ждете больше, когда я произнесу следующую фразу. Потому что в этот момент вы и так переживаете восхитительную жизненность во всем, что вокруг. Что я могу еще сказать, чтобы усилить ваше состояние? Вы уже переживаете глубину бытия. Что можно еще добавить, сопоставимое с этим? Но ваше существование в виде отдельной формы продолжается. Даже тогда, когда вы сидите в неподвижности и позволяете всему возникать, всему проявляться. Пока вы живете, вы действуете как часть целостного бытия. Недостаточно уметь входить в состояние подключенности, сидя только в неподвижности. Очень ограниченный навык. Но начинать действительно лучше всего в максимально благоприятных условиях, наподобие этого зала, в котором установилась тишина. За исключением пространства ума, где периодически возникают завихрения. Некоторым легче входить в состояние посредством какой-либо деятельности. Например, практика тай-чи, связывающая вас с вашим телом. Или опасные виды деятельности, которые принудительным образом требуют пребывания в настоящем. Иначе произойдет несчастный случай. Например, если вы отвлечетесь на обдумывание предстоящей вечеринки, когда взбираетесь по отвесной скале. Но и здесь ваш навык будет ограничен только одним видом деятельности. Зависите от него. А большую часть жизни по-прежнему будете проводить в обусловленности прошлого. Состояние подключенности всегда характеризуется высшей степенью пробужденности восприятия. Иногда его сравнивают с состоянием ожидания, но не в традиционном смысле. То есть не ожидание, когда что-то произойдет со мной в настоящем. Хотя на самом деле вы не ждете настоящего, вы всегда ждете следующий момент. Это обычное содержание ожиданий. Мне не нравится настоящее, я хочу другой. Речь идет о совсем ином ожидании, подразумевающем высочайшую степень включенности внимания. Вы целиком здесь, целиком в настоящем. Говорят, один суфийский мастер, известный тем, что от него исходила особая тишина и покой, на вопрос, кто был его наставником, ответил: «Кошка. Я часами наблюдал, как она сидела и выжидала что-то у мышиной норы. Так я научился сохранять пробужденное внимание в настоящем». Никакого нетерпения. Простое присутствие возле. Ни единой мысли в кошачьей голове. В нужный момент моментальная реакция. Если у вас получится в течение часа представлять себя кошкой, наблюдающей за мышиной норой, вы тоже окажетесь в настоящем. Я не призываю вас вернуться назад в состояние сознания кошки. Вам нужно переступить за порог, возвыситься над мыслью.
Большинство животных пребывает вне мысли. От этого у них повышенная связь с бытием, гораздо больше, чем у большинства людей. У животных устойчивая подключенность к источнику жизни. Вот почему у них меньше проблем, чем у человека. Они живут необремененные заботами и потому не нуждаются в терапии. Животные не накапливают в себе чувство несчастья, если только не превращаются в невротичных существ от слишком долгого пребывания рядом с человеком, от слишком частого рефлекторного переживания состояния своего хозяина. В естественной среде вы не встретите невротичного животного. Состоянию подключенности к бытию, о котором я сегодня рассказывал, легко можно научиться, внимательно наблюдая за животными, желательно дикими. Понаблюдайте, как грациозное движение кошки, как она расслаблена, как все время пребывает в настоящем. Сама ее поза, когда она отдыхает. Многие художники запечатлели ее в своем творчестве. Какая гармония исходит от отдыхающей кошки? А собаки? Несмотря на тысячелетнюю историю своего проживания с человеком, они сохранили свое психическое здоровье. От собак исходит удивительное благополучие, жизненность, любовь, невзирая на то, что происходит кругом. Они радуются жизни, готовы праздновать каждый наступающий момент. Виляя хвостом, они как бы благословляют бытие. Сравните с состоянием человека, который завис у себя в голове в своих проблемах. Он живет в пустыне мертвого мира, в своих беспрерывных концептуализациях, образах, суждениях, генерируемых ложным чувством «я». Так приятно наблюдать за игрой собаки, все время готовой праздновать жизнь. Постоянное чувство благодати, выражаемое через свою отдельную форму. Наблюдая за дикими животными или, к примеру, за птицами, чтобы по-настоящему видеть их, нужно перестать стремиться все назвать и всему дать оценочные характеристики. «О, какая прелестная птичка! Минутку, сейчас вспомню, как ее зовут». В этот момент вы утрачиваете подлинную связь. Вы больше по-настоящему не смотрите на чудо бытия, которое ум тут же хочет пометить как птица или что-нибудь в этом роде. Чем больше внешних признаков вы ассоциируете с явлением, тем более оно умерщвляется. Но подлинное изучение – это бытийствование вместе с явлением. Наблюдение за ним при одновременном сохранении связи со своим телом. Как раз то, что мы пытались попрактиковать в этом зале. Вы подключаетесь к настоящему. Вы чувствуете энергетическое поле целостного бытия. И уже оттуда наблюдаете за животным. Слова не нужны. Сохраняйте состояние пробужденности, повышенной восприимчивости и просто наблюдайте, как оно двигается. Любуйтесь его позами. Пробужденность внимания птицы проявляется в ее поворотах головой. У нее нет никакого образа себя. Нет проблем с самооценкой. Нет комплекса неполноценности. Она просто бытийствует. Она занята поиском пищи, поэтому вертит головой. А затем вдруг взлетает. Она не изображает полет, она летит. Она не раздумывает, а стоит ли мне перелететь на ту ветку. Что будет, если я перелечу? Что, если нет? Она просто делает это, потому что так проявляет себя ее целостное бытие. Оно у нее не блокировано, в отличие от человека с его ограниченным маленьким «я», переживающим поток жизни. Когда в состоянии безмолвного внимания
вы наблюдаете за животным, вы обучаетесь. Чему оно учит? Пребыванию за границами ума, жизни в свободе от мысли. Потому что мысли животных – это отнюдь не концепция, это их сознание. Итак, животное учит состоянию безмыслия. Превосходный учитель, если вы открыты. Но состояние безмыслия, в которое входите вы, с одной стороны похоже на состояние животного, но с другой фундаментально отличается. Потому что вы перелетаете назад через тысячи лет. Вы заблудились, но сейчас возвращаетесь в свое изначальное состояние приоритета невинной связи с бытием. Ваше возвращение несет с собой невероятную глубину познания, чего лишены животные. Они еще не расстались со своим природным состоянием. Но мы успели утратить его. И когда вновь обретаем, это уже более глубокий уровень пребывания в природном состоянии. В некотором смысле в этом состоит суть притчи о блудном сыне. Сыне, который жил в доме отца, получил от него огромное состояние, промотал его, много лет странствовал, жил как бродяга, попрошайничал, даже забыл свое происхождение, пока не появился посланник, так в наиболее древней версии, и не напомнил ему, чьим сыном тот является. И сын отправляется в путешествие домой. Вернувшись, любовь, которую он почувствовал к своему дому, была глубже той, чем когда он его покидал. Потому что, когда мы возвращаемся к чему-либо, мы чувствуем это более глубоко, чем прежде. Так и здесь. Человек утратил свою связь с природой, стал использовать ее только для достижения умом поставленных целей. А теперь отдельные люди возвращают свою связь с природой, осознают, насколько она таинственна. Когда вы вновь восстанавливаете состояние подключенности к бытию, это уже более глубокое состояние, чем ваша исходная бессознательная природность. Вы возвращаетесь, обогащенные осознанием таинственности бытия. Итак, животные учат нас состоянию безмыслия. Но сами они еще до возникновения мысли, а вы выходите за область мысли. Вы пользуетесь мыслью, а не она управляет вами. Вот зачем мы собрались здесь. Преодолеть потребность воспроизводить мысль. Порой мысли бывают необходимы, но большую часть времени они только мешают. Мы действительно подошли к переходу на новый виток эволюции, когда власть ума будет преодолена. Мысль будет по-прежнему использоваться как полезный инструмент, но они перестанут быть навязчивыми. Большую часть времени человек будет пребывать в ничем не обусловленном сознании. Вы будете действовать и воспринимать мир прямо из пространства осознанности, а не из состояния умственной активности. Невероятная трансформация. И так просто. Вот мы находимся в этом зале, а ведь здесь зарождается новое состояние сознания. Без преувеличения – событие планетарного значения. В других местах и в других аудиториях оно возникает тоже, пока что достаточно редко, но с каждым днем все чаще и чаще. И этого не покажут по ТВ сегодня вечером. Хотя какое еще событие может быть более величественным? Итак, вы подключены к энергетическому полю своего тела. Сохраняйте это состояние. Ум захочет вернуться. Он будет стараться, чтобы какая-нибудь мысль целиком завладела вашим вниманием. Попробуй-ка эту мысль. Напомню ему об этой проблеме на предстоящей неделе. Ум смотрит, удалось ли ему захватить ваше внимание.
Поначалу крохотная мысль быстро разрастается. Внимание покидает тело и целиком погружается в мысль, которая незамедлительно превращается в целый поток. Одна подводит к другой, они расцветают пышным цветом, и поначалу крошечная мысль превращается в бурную умственную активность. Мне следует готовиться к предстоящей неделе, а я сижу в этом зале. Что я там делаю? Зачем я пришел сюда? Чем мне это поможет в моих делах? Такое вполне может произойти. Находясь в безмолвии, легко заметить, как это наступает. Вот вы уже в водовороте мыслей. Но проходит минут 10, и вы снова возвращаетесь вниманием в тело. Пребывайте в нем. Теперь вам знакомо состояние подключенности. Вы ощущали прилив энергии на протяжении нескольких часов, хотя на самом деле не было никаких часов. Только один непрерывный момент настоящего. Ваше состояние осознанности повысилось. Продолжайте практиковать безмолвие, пребывая в настоящем. Сначала в простых ситуациях. Встретив друга, скажите ему «хелло» и посмотрите на него некоторое время без всяких суждений. Это так просто, когда вы в контакте со своим телом. Кто смотрит? Ваше маленькое «я» или нечто более величественное, чем вы, смотрит вашими глазами. Больше, чем вы, и все же вы. Само сознание смотрит. Энергия необусловленной личности. Он безмолвен, а вы просто воспринимаете другого человека. Кто воспринимает? Кто-то ответит «никто», поскольку нет никого, кто бы оценивал и выносил суждения. Это энергетический процесс. Постепенно приходит понимание, что вы не персона, а само сознание. Когда смотрите на мир как на проявление сознания, вы везде воспринимаете невероятную красоту. Куда бы вы ни направили свой взгляд, вы видите как бы себя самого, поскольку все вокруг тоже представляет собой сознание, проявляющее себя в той или иной форме. Каждый человек, растение, планеты, солнце. В своем самовыражении сознание обретает временные формы. Когда вы наблюдаете из места, которое глубже, чем ваша форма, сознание смотрит и видит себя. Потрясающее чувство, когда куда бы вы ни посмотрели, куда бы ни пошли, вы натыкаетесь на себя, только в другой форме. Я смотрю на цветок, и в глубине чувства «да, это тоже я». Ваша сущность являет себя в миллионах и миллионах других форм. Красота скоротечна, поскольку цветок через несколько дней завянет. Но все же красота неотделима от сознания. Она его внешнее выражение. Другая форма унаследует ее и будет выражать себя все в том же сознании. Находясь в настоящем, в состоянии безмолвия, в других формах вы узнаете себя. В этом заключается глубинное значение любви. Единственная подлинная любовь – это распознание в другом самого себя. Любовь, но не в том смысле, который вкладывает ум в это понятие. Окей, я должен любить. Гораздо глубже. Не цепляющаяся любовь, и не та, которая плачет по увядающей красоте или по исчезновению форм, а любовь, которая вне конкретной формы. Любовь, которая знает, что это не смерть, а переход из формы в форму.
Это не исчезновение как таковое. Вы в подключении к вневременному измерению, где нет ни рождения, ни смерти. Рождение и смерть возникают. Смерть противоположна рождению. Смерть не противоположна жизни. У жизни нет противоположного. Жизнь вечна. Жизнь есть само сознание. Итак, не жизнь и смерть, а рождение и смерть. Даже если другой, он или она, не знает себя как сознание, попавшее в ловушку идентификации с формой, вы все равно распознаете в нем самого себя. Вы смотрите сквозь умственное нагромождение другого человека. Мы говорим не об исключительном состоянии сознания, доступном редким избранникам, один на миллион. Теперь подобное встречается у очень большого количества людей. А все начинается с такой простой вещи, как чувствование рук, если можете, то целиком всего тела, и смотрение вокруг себя в состоянии безмыслия, без оценок и не интерпретируя происходящее. Невинное восприятие. Все начинается с этого. Не убегание из настоящего тем или иным способом, а погружение в него все глубже и глубже. И это может стать целью вашей жизни, точно так же, как вы ставите перед собой другие цели. Если вы будете метаться в поиске чего-то другого, рано или поздно окажетесь во фрустрации. Если в поисках своей особой цели жизни будете постоянно вопрошать «в чем цель моей жизни?», найдется много посредников, которые подберут ее для вас. На индивидуальном уровне она может и устроит вас, но есть более глубокая цель всякой жизни – трансформация сознания, цель самого универсума. Он хочет проявляться. И это происходит сейчас. Вот ваша цель, чтобы сознание могло полноценно являть себя посредством вашей формы. Тогда ваша личная цель станет частным случаем, в котором более общая цель найдет для себя новый путь воплощения. Необусловленное сознание может реализовать себя в вашей личной цели и невероятно обогатить ее, наполнить жизненной энергией. Кем бы вы ни были, бизнесменом, парикмахером, сборщиком мусора в парке, без разницы. Новое сознание может реализоваться в любую активность, во что угодно. Личная цель по-прежнему почитается, но становится частью более могучего целого, проявлением цели универсума. Невероятная новизна входит в жизнь. Может случиться, что и обстоятельства вашей жизни поменяются кардинально. Такое возможно. Или может возникнуть совершенно новое понимание того, чем вы занимались все это время. Качество ваших действий изменится необычайно. Допустим, вы парикмахер и обрели новое состояние сознания. Оно проявляет себя посредством вас. Вы все более и более укореняетесь в настоящем. Все, кто будет приходить, будут встречаться с вами как с новым типом сознания. Каждого вы будете принимать в состоянии открытости, без предварительного оценивания. В дальнейшем люди полюбят приходить к вам. Оставим пока в стороне ваши профессиональные качества и априори будем считать, что они высокого уровня. Даже если до этого вы были неважным мастером, вы скоро станете им, поскольку в свои действия стали привносить измерение пребывания в настоящем. До этого вы были никудышным работником только от того, что недостаточно присутствовали в настоящем. Больше настоящего – выше качества, чем бы вы ни занимались. Во внешнем мире все, что бы вы ни делали,
является выражением вашего сознания. Чем более вы в настоящем, то есть чем менее ум доминирует, тем выше качество того, что вы делаете. И так вы не только станете лучшим парикмахером, но люди начнут приходить, чтобы просто побыть в вашем обществе, оказаться в вашем энергетическом поле. Если же вы бизнесмен и постоянно озабочены, где достать одно, как продать другое, почему ваши дела недавно шли хорошо, а потом вдруг начались неудачи, все это отойдет на второй план. Вы постоянно будете накапливать в себе энергию за счет пребывания в настоящем. Могущественная энергия станет изливаться через вас в то, чем вы занимаетесь. Вы начнете делать все предельно внимательно и заботливо. Это совсем другая энергия, чем энергия умственного беспокойства, вроде «мне нужно достичь того-то и того-то в будущем». Озабоченность самореализацией, боязнь не успеть занять позицию в бизнесе, стремление найти себя, быть собой. Человек надеется, что если все время будет на взводе, то когда-нибудь достигнет своей цели. Такая установка генерирует много энергии, но в своей сути это страдание, напряжение, стресс, беспокойство. Так функционирует большая часть мира бизнеса, но так не должно быть. Когда вы пребываете в настоящем, колоссальные потоки идут через вас, но это другое качество энергии, чем в состоянии схваченности умом. Деловые партнеры в вашем присутствии начнут чувствовать себя комфортно, более свободно. Окружающие начнут замечать, что от вас исходит добро. Вы перестанете быть озабоченными результатом, потому что настоящее и так полно само в себе. Все хорошо, всего достаточно. Уже достигнута полнота жизни. Удивительным образом освобождается любое ваше действие в мире, где все скованы стремлением приобретения. Я должен достичь то, я не должен потерять это. Это больше не влияет на вас. В новом состоянии сознания вы как бы оказываетесь в состоянии игры. Мощная энергия идет через вас, но вы в состоянии игры с миром форм. Вы понимаете, что весь мир форм – увлекательная игра. Вы больше не зависите от того, что одни формы жизни приходят, другие уходят. Игра форм. Активное поведение доставляет удовольствие. Невинное чувство свободы от того, что вы делаете. Вы выполняете свою работу со всей тщательностью, с полным вниманием, но при этом вы играете. Возможно, и наступит один прекрасный день, когда все люди станут жить таким образом. Но когда-то надо начать. Если не прямо сейчас, этот день не наступит никогда. Некоторые уже начали так жить. Возникло новое состояние сознания. Ум не может согласиться с тем, как будет выглядеть мир, если все начнут жить в новом состоянии сознания. Трудно себе вообразить, как изменится сотворенный человеком мир, привычные формы бизнеса, сферы политики и прочее. Если улететь с Земли, а через тысячи лет вернуться к новым людям, живущим в новом состоянии сознания, уверен, что вы бы оказались на чудесной планете, очень красивой и удивительной. Некое воплощение рая на Земле. Невероятно. Красота, гармония. Формы по-прежнему будут возникать и исчезать, но это будет уже несущественно. Однако, если вы вернетесь на Землю в старом состоянии сознания и окунетесь в воплощенные формы нового сознания, жизнь покажется невыносимой. Если бы вы вознеслись в рай в прежнем состоянии сознания, он бы вам показался адом. Здесь невыносимо. Нет никаких развлечений в том виде, к которому вы привыкли. По ТВ вообще смотреть нечего, потому что старый сорт информации больше не нужен.
ум почувствует себя не в своей тарелке. Через некоторое время вы взмолитесь: «Спасите меня отсюда», если вы в новом мире окажетесь в старом состоянии сознания. Возможно, кто-то уже переживает похожее, сидя сейчас в этом зале. Я много говорил о состоянии присутствия в настоящем. В начале беседы вы вошли в момент времени под названием «настоящее», и сейчас, 2 часа спустя, вы по-прежнему в настоящем моменте времени. Странно говорить такое, но в своем существе это все тот же момент. Однако то, что возникает в нем, меняется. В нашем случае незначительно, поскольку то, что мы здесь делаем, уходит своими корнями в измерение, где отсутствует время. Один из неизменных фактов нашей жизни, неважно, что при этом происходит, это настоящий момент времени. В опыте, разворачивающемся во времени, один феномен остается неизменным – настоящий момент времени. Он всегда только настоящий момент времени. Но что есть настоящее? Состояние осознавания бытия. То поле, на котором и из которого все происходящее возникает. Стоящее за всем поле сознания. Ничем не обусловленное чистое бытие. Глубоко безмолвное, наполненной жизненностью. С точки зрения ума – ничто, но при этом полнота самой жизни. Все феномены проистекают отсюда. Само сознание, прежде чем что-либо произойдет в нем. Непрерывный, вневременной фактор в каждом опыте – сознание. И это вы. Бытие является вневременным фактором любого жизненного опыта. Порой кажется, что за жизнь происходит много перемен. Некоторые люди говорят о фантастических трансформациях, как если бы они прожили несколько инкарнаций себя в течение одной жизни. Иногда действительно изменения очень разительны. Но вглядываясь в глубину, за всем многообразием стоит ощущение бытия. И когда вам было 6 лет, и когда стало 85, в глубине одно и то же переживание бытия, внутри которого все это происходит. Чувствование бытия – фундаментальное, единственное реальное, с которым следует идентифицировать себя. Оно никуда не исчезает, что бы ни произошло. Оно вневременно. Само бытие. Осознайте себя как бытие. Свобода от форм. От «я». Вы пробуждены, внимательны, присутствуете в настоящем. Какая тишина установилась в зале. Используйте ее. Осознайте ее. Она продлится недолго, и при этом она всегда здесь, даже если станет шумно. Шум как бы накроет ее, но тишина останется. Настройтесь на восприятие тишины, и вы тотчас окажетесь в состоянии безмолвия, у себя внутри, в глубине существа. Моментально вы выйдете из захвата умом. Простое слушание тишины способно освободить от ума, поскольку слышать тишину умом невозможно. Только что я упоминал о животных как об учителях. Они могут научить жить без ума. Но не только животные. Тишина – тоже великий учитель. Тишина дома, тишина на природе. Просто осознайте ее
и перенесите внутрь себя. Внутреннее безмолвие воцаряется тут же, как вы осознали тишину. Потому что ум, шум и есть. Используйте тишину как учителя. Вам нужно только открыться. Для многих тишины просто не существует. Они испытывают дискомфорт в тишине. Окей, давайте немного пошумим. Если им это не удается, их ум становится еще более беспокойным. Чем глубже тишина, тем громче ум в своем сопротивлении ей. И все же так просто. Обратите внимание на тишину. Осознайте ее. Для ума не о чем думать. Ему нечего делать в тишине. Наступает внешняя тишина, и в тот момент, когда вы ее осознаете, внутренняя тишина устанавливается сама собой. Ум не может оценить всю драгоценность тишины. Словно бы неизбывная мощь начинает окутывать вас снаружи и изнутри. Такова любовь в своем самом глубоком понимании. Потому что наступает единость. Помните, любовь есть признание своего единства с другим, узнавание себя в другом. Единство есть любовь. Звучит как поэтическая метафора, чтобы вы могли представить, о чем я говорю. Я просто указываю на это состояние. Тишина наполнена энергией. Иногда говорят, тишиной говорит Бог. Все звуки, как плохой перевод с языка тишины. Она ведет гораздо глубже, чем слова. Беспредельная мощь внутри и снаружи. При этом разумность, сама жизнь. Звучит странно, но так оно и есть. Безмолвие всегда здесь. Если оно не здесь, то это вы отключились от него. Оно и внутри, и снаружи. Энергетическое поле тела тоже безмолвно, но при этом оно живое. И только в уме беспрерывный шум многополосного шоссе. Внутреннюю тишину я называю безмолвием. Очень полезно использовать внешнюю тишину как учителя. Особенно тишину природы. Через какое-то время эти помощники вам будут не нужны. Поскольку куда бы вы ни шли, внутренняя тишина уже там. Даже посреди шумной городской улицы, в глубине безмолвия. Но пока основательно не укоренитесь во внутреннем безмолвии, очень полезно учиться у внешней тишины. Она единственный учитель, который вам нужен, и он у вас уже есть. Не волнуйтесь, если не удастся прочитать ту или иную книгу наставлений, если вы что-то не посмотрели, не прошли какие-нибудь курсы. Достаточно внимательно слушать тишину, где только возможно. Вот и все. Новое состояние сознания будет самовоспроизводиться снова и снова. Ум периодически будет вмешиваться, ну и пусть. Все нормально. Вчера вечером я уже упоминал об очень глубоком утверждении из Библии. «Пребывай в безмолвии и знай, ты Бог». Оставайтесь в контакте с вашим телом так долго, как сможете. Во время обеда, общаясь друг с другом, слушайте из пространства тишины. Просто слушайте.
Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!